Привет, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Весна цветет, все пахнет, расцветает. Приехал в то место, где у меня находится дом, который я купил. Сейчас я вам все покажу. Но его нужно будет перевозить. Да, значит, по поводу строительства. Идет у меня аукцион. Заключаю договор аренды с администрацией. Они заключают договор аренды только через аукцион. Короче, все это заморочится тем, кто собирается переезжать из города в деревню. Почти год мне понадобилось на то, чтобы оформить участок. Ну, по крайней мере, у нас так. Не знаю, как в ваших районах, регионах с этим дела обстоят, но у нас вот именно так. В планах, если, конечно, Бог даст, то этим летом заложить фундамент. Большего не планирую. Ну, зимой где-нибудь, даже не зимой, а в конце осени, в ноябре месяце, начать разбирать, снять крышу с дома, готовить его к перевозке. Перевозить придется только зимой, летом не подъехать. Вот здесь, где мы сейчас только прошли, здесь был раньше переезд, был свободный подъезд, когда люди строили этот дом. Теперь же переезд убрали из-за нерентабельности. Живу здесь всего 3 человека, поэтому переезд закрыли. До дома, до хаты. Да, подъезд, еще раз говорюсь, подъезд только зимой. И то нужно будет дорогу нанимать, трактор грейдировать. Сороковкой мне надо не прогрейдировать будет. Ну, у меня нет приспособлена, ни ножа, ничего. Поэтому буду нанимать трактор, потом лесовоз и... Даст Бог. На все воля Божья. Может, ты скажешь, что набожный такой. Вот действительно так. С братом поехали на рыбалку, на пруд, на карасиков посидеть. Я его оставил на пруду, а сам думаю, доеду, проверю, как там дом-то у меня. Не распилили еще на дрова его. Зимы не было. Да, что еще нового? Значит, договорился я о покупке пчел. У меня один улей, у меня есть среднерусские пчелы. Она мне не нравится, очень злая пчела. Не знаю, почему, может, злая по моей неопытности. Смотри, какое хранилище шишки. Может, злая по моей неопытности. Он сегодня ездил человеку, у него карника. Прям пчелка вообще огонь. Даже ни одна не попыталась укусить. Поднимали крышки на... Да, на 5 ульях. Один улей полностью рамки пересматривали. Ни одна пчела не пыталась укусить. Обалденно вообще пчела. Добрая. Мои же прям зажаливают. Ну, пусть тут у меня был 20 дней. Сейчас заканчиваться, послезавтра еду в Киров. В этом году очень часто придется выводить в деревню, если все выгорит у меня с фундаментом. Буду нанимать, конечно, народ. Буду заливать ленту. Ленточно-свайный фундамент планирую. То есть на метр, наверное, лента будет. И ниже еще будут сваи. Через... Ну, еще это... Пока все так в планах. Участок сейчас был на участке. Очень место нравится. Конец деревни. Здоровск. Пчелы мои никому мешать не будут. Хочется, ребята, из города сорваться. Очень хочется прям вообще. Конечно, то у меня все планы на 5-летку, может даже на 10-летку. Я планирую уже заранее всегда.
всегда все стараюсь просчитать. Грибов еще весенних пособирать, сморчков. Очень люблю их. Сейчас попробовать приготовить на казане. Казан друг подарил мне в прошлый год на день рождения. Все очень вкусно на нем получается. Сейчас попробовать сморчки на казане. С масочком. Там можно картошечки добавить. Аж слюни потекли. Аж слюньки потекли. Не знаю, зачем эту херню в шапке пристегну. Комаров пока нет. Но вечером немножко уже мошка начинает появляться. Я думаю, что скоро не продохнуть будет. В огороде все сделал. Трактор я покрасил, очистил, отвязал. Хотелось только раскатить еще его. Сцепление отрегулировать. Но не получилось у меня. По причине того, по причине не скажу чего. Ну не получилось, бывает. Еще раз говорю, мы предполагаем, Бог располагает. Это всегда так. Планов было на отпуск вообще миллион. Осуществить удалось, наверное, только десяток. И красота какая везде. Да? Жили, значит, два брата. Один дом уже перевезли. Тоже в деревне, там недалеко от нас. Какую-то не аллейку сосен посадили все время. Место было очень красиво, на самом деле. С этой деревни поселок раньше был, назывался Метил. Отсюда у меня мать родом, отец родом. И вот стоит дом, который я собираюсь перевозить. Сейчас все посмотрим, ребят. Клещей ловил нынче несколько штук. Как всегда весной. Клещей у нас много. Клещей тьма. Тут был здесь первый дом стоял. Его разобрали, перевезли уже. Мой дом немножко побольше. Он, наверное, по бревнам 7×7. Сейчас посмотрим. Все посмотрим. Домик стоит, слава богу. Жили в нем очень мало. Единственное, потом, наверное, мне придется бревна строгать. Я не хочу ничего обшивать дом, ничем. Хотелось бы просто строгать его. Сейчас пройдем вокруг дома, потом зайдем вовнутрь. Такая вот технология строительства. Мужчина, который построил этот дом, царство ему небесное, он служил вроде бы в Латвии. И что-то где-то вот оттуда вот вроде этот проект, насколько мне известно. Окна, конечно, будут другие. Мне нужен только сруб, не стропильня, в принципе. Ну, я перевезу бы стропильню. Может, куда-то она пригодится, но я планирую стропильню делать другой. Я планирую вот эту часть сделать ломаной. Вот так. Не тут ломаная, а вовнутрь, я наружу планирую делать. Ну и тут тоже на ограду так вот будет он уходить. Второй этаж будет мансардным по планам, по моим. По проекту. Пойдем вокруг, и, конечно, все это разруха. Не пугайтесь, как и в большинстве наших русских деревень. Везде присутствует разруха. Дом открыт. Да в прошлый год он барахло сюда с парнями вытаскивали. Куда его девать-то? Не повезу же его. В ней, наверное, тут тьма. Вот с этой стороны дом. Сам сруб хороший. Единственное, что сейчас покажу, внизу там есть немножко изнутри перевод запрел один. Дом стоял несколько лет. Еще как бы это... При разборке все равно все будет видно. Боюсь, чтобы не было жучка. А жучка можно увидеть только тогда, когда разберешь. Темновато, ребят, прошу прощения, ласточки тут летают.
как бы полноту на камеру не передаст. Конечно, грязно, мусорно. Дом был остроган изнутри. Все эти перегородки нахер мне не нужны. Нижний этаж будет кухня-гостиная. Так в планах у меня. Здесь будет лестница на второй этаж, в этом углу. Печка будет совсем маленькая. Ну, находиться она будет примерно в этом же месте. Здесь будет кухня. Большое окно, панорамное обязательно. Такие бойницы мне что-то не нравятся. В общем так, гильзы старые на печке. Всякая дрянь. На второй этаж не смысла подниматься. Мне будет не нужен так. Единственное, еще думаю сделать каркасным вот это вот место. Тут бревна идут, они на проход. Тут два бревна, и тут два бревна на проход. И вот это место сделать прихожей, каркасной прихожей. Так бы вот хотелось, может быть, даже душ и туалет вот в этом месте где-нибудь сделать. У нас тут еще, как говорится, вилами на воде написано. А бревна выходят очень далеко. В принципе, почему бы нет? Посмотрим. Так бы здоровско получилось на самом деле, да, вот бы еще бы прихожую такую, душ, туалет, душевую кабинку, туалет, прихожую, это бы двери, дверь мне не нравится, сделать бы какую-нибудь арку хотелось, чтобы пошире арку, если будет теплая прихожая, там, все это полностью хотелось бы сделать кухней и гостиной, а второй этаж сделать две спальни, ну и туалет в углу. Давайте поднимусь. Может быть, кому-то и интересно. Поднимусь на второй этаж. Крыша бежала в прошлом году, я ее закрыл баннером. Вроде щелей не видно. Но я временно, как бы, чтобы это не спарить сруб. Так вот здесь все выглядит. Здесь вот я планирую сделать выход. В данном месте выход на второй этаж. Здесь вот две комнаты, две комнаты, две спальни. Но они получаются, в принципе, нормальные, не маленькие. И здесь туалет. Пока так вот это. Все я планирую. Планы еще, конечно, могут поменяться. Уголок металлический. Заберем. По той простой причине, что железо сейчас бешеных денег стоит. Еще раз и говорю, что в этом доме жили очень мало. Ну, загажено все, конечно, капитально. Вот так. Вот так. Конечно, можно выход такой себе. Делать окна в том месте сделать над прихожей. Второй этаж. Ну, в общем, покубатурим, покумекаем все это дело. Обмозгуем, как говорится. Брёвна вроде синие брёвна. Нигде ничего не запрело. Ну, если запрело верхнюю там где-то. Я думаю, поменять особого труда не составит. Спускаемся вниз. Вот еще раз я говорю, что в планах делать в не разобрать вот это все. Хозяйство. Подготовить дом уже к разборке. Очень надеюсь на своих верных товарищей, потому что они мне помогут. Все делалось из такого хорошего бревна. Смотри, какое бревно хорошее, ребят. Зайдем еще посмотрим на стоп боку. Смотри, какие бревна, блин. Не мужики-то, которые рубили, они как бы достаточно такие рукастые были. Резьбой по дереву занимались. Половицы брать, наверное, не буду, сделали нормальный пол. Здесь пол двойной, утепленным, не помню чем. Медицинские банки. Хозяйка дома была медиком. Кому надо, могу подарить. Удостоверение ветерана. Бывшая хозяйка. Власова Нина Петровна. Царство небесное. Медиком была. Так.
Цвет поменяли. Вниз парень. Прерывные достаточно такие. Цвет поменяли, это просто снято красным по-разному. Шкурить первый этаж хочу оставить в таком виде. Только зашкурить его и чем-нибудь покрыть. Мне вот нравятся такие. Такое, как сказать, это старый стиль дома. Русской избы. Стиль русской избы. Так я его назову. Может быть неправильно. Может быть и правильно. Кто его знает. Кому ведь как. Ох-ох-ох. Ладно, выходим. Выходим из данного помещения. У меня уже одна палочка осталась на зарядке камеры. Сейчас расскажу здесь до одного человека еще. Наведаюсь. В общем, так вот, мои дорогие. Хотелось бы поскорее, конечно, начать уже строительство, потому что долго очень документы. Муторно и долго все это. Оформление в нашем царстве, государстве. Их-то бумаг. Ну, даст Бог. Все получится. Смотрите, наблюдайте за каналом, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки, кому как угодно. Всего доброго, всех вам благ, здоровья крепкого, самое главное. Ну и удачи. Дай вам Бог. Сделаю еще, ребят, небольшую вставочку. Сейчас покажу дом, где жили мои предки. Родители, матери. Мать в юном возрасте. Иду. Друзья, так здорово пахнет. Цветущей черемухой прям. Там легкие рвет, вот отвечаю. Там красота. Не передаст камера. Прям огонь. Такой запах. Все цветет, все в цвету. Все белое. Все белое вокруг. Как послезавтра в город ехать неохота. Знали бы вы, мои дорогие. Сейчас подойду к дому, покажу. Вот этот дом, в котором жили мои предки. Вот он стоит. Царство небесное, дед, бабушка. Бабушку звали Маруся, деда звали Семен. Фамилия была Ковязина. Бак. Потом дом продали. Так и в общем не стали ничего. Люди жить не стали, в общем, здесь. Дед строил сам его полностью. С нуля. Домик небольшой. Дед был строителем. Те времена дома вообще не делали. По причине предыдущей раскулачки. А, сейчас зайдем к человеку. Гости. Собачки там, наверное.